За дорогу бьются тяжеловесы. Движение на Московском проспекте сегодня осложнило ДТП, участниками которого стали исключительно автобусы. По словам очевидцев, один из водителей общественного транспорта выбрал для парковки своего «Нефаза» место на автобусной полосе и отправился перекусить. Другой попытался объехать препятствие, однако благополучно завершить маневр ему не удалось. Пояснить ситуацию на камеру они отказались, спрятавшись в салоне одного из автобусов. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия послужил неправильный выбор безопасной дистанции водителям автобуса. Всего с начала года по сегодняшний день зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, в которых 48 человек получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в ДТП с участием общественного транспорта пострадали более 30 человек. В этом же году на водителей автобусов составлено уже 6 тысяч протоколов. Большая часть – за техническое состояние транспортных средств. Но в одном из случаев водитель, управлявший общественным транспортом, был нетрезв.